приглашается Анастасия Кичко, Северокавказский аграрно-технологический колледж. Зацепим. Давным-давно была война. Готовится Андрей Газаев, Владикавказский орден на дружбу и политехнический техникум. Внимание! Говорит Москва! Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война Советского народа. Давным-давно была война.
Давным-давно прошла она, для тех, кто жив, она была когда-то. Но помним мы, как в пары шли, и как страну для нас спасли солдаты, солдаты, солдаты. Алло. На сцену приглашается Андрей Газаев, Владикавказский орден дружбы политехнический техникум.